Sărbătoarea istorică pe colina Patriarhiei, patru întâi stătători de biserici ortodoxe autocefale au slujit la praznicul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor. La Sfânta Liturghie, punctul central al hramului Catedralei Patriarhale, au fost prezenți de asemenea ierarhi din alte trei țări ortodoxe care au trecut prin experiențe istorice similare sub dictatura regimului comunist. Pelerinii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou s-au adunat în rugăciune astăzi pe platoul din fața altarului de vară de lângă Catedrala Patriarhală. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preafericitul Părinte Chiril, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, împreună cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Anastasie, Arhiepiscopul Tiranei, Duresului și al întregii Albanii, Preafericitul Părinte Rastislav, Mitropolitul Bisericii Ortodoxe din Ținuturile Cehiei și din Slovacia, ierarhi din Sinodul Bisericii Noastre, dar și din Biserici Ortodoxe ale Georgiei, Bulgariei și Poloniei. Призристимися, Боже, и вишь, и посети виноград сей, и утверди и, Его же насади, десница Твоя. După citirea Sfintei Evanghelii, Preafericitul Părinte Chiril, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, le-a vorbit pelerinilor despre Sfântul Cuvios Serafim de Sarov și despre modul în care acesta definea scopul adevărat al vieții creștine. Преподобный Серафим Саровский один из самых почитаемых святых не только в Русской православной церкви, но и во всём православном мире в своей знаменитой беседе о цели христианской жизни говорит: что молитва, пост, бдение и всякие другие дела христианские, сколь не хороши они сами по себе, однако в делании только их состоит цель нашей христианской жизни. Истинная цель христианской жизни, по слову преподобного Серафима, заключается в стяжании Духа Святаго. Иначе говоря, любой подвиг христианской жизни обретает свой смысл только в Духе Святом и только в Нем приносит свой плод. Плоды Духа, следствие его действия на человека, это добродетели. Как учит нас сегодняшнее апостольское чтение, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Апостол говорит о том, что Дух Святой упраздняет в человеке действие закона плоти. Коль скоро человек живет Духом, он по Духу и поступать должен. Patriarhul Rusiei a amintit și despre experimentele istorice îngrozitoare ale statelor comuniste care au afectat Biserica Ortodoxă. Преподобный Серафим Саровский, поясняя слово Евангелие, называет пребывание Духа Святаго в человеке царством Божиим, пришедшим в силе. Как во времена древние, так и ныне появляется немало политических и религиозных лжеучителей, обещающих рай здесь, на земле, но только без Христа и без Бога. В 20 веке следование подобным заблуждениям привело к страшным историческим экспериментам государственного масштаба, от которых весьма сильно пострадала православная церковь. Так в одной лишь русской церкви смерть за веру Христову приняли десятки тысяч священнослужителей и монашествующих, сотни тысяч мирян. Наши мученики верили и знали, что единственная возможность узреть Царство Божие здесь и сейчас – это жизнь в Духе Святом. Они своей кровью засвидетельствовали, что подлинное счастье, счастье в его самом высоком смысле, только в Духе Святом, в нем преддверие настоящего блаженства здесь, на земле, и полнота блаженства в горном мире на небе. И это высшая правда сильнее лжи и злобы ее гонителей. La Sfânta Liturghie au participat și credincioși cu deficiențe de auz și vorbire. Pentru aceștia, slujba a fost transpusă în limbaj mimico-gestual. Dumnezeu, fiindcă-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se
Pe toată durata slujbei, pelerinii s-au închinat la raclele sfinților așezate în baldachinul din apropierea catedralei patriarhale.